Председатель правительства республики Теймураз Тускаев поздравил финансистов Северной Осетии с наступающим профессиональным праздником. Премьер поблагодарил их за вклад в социально-экономическое развитие республики. Он отметил, что рост валового регионального продукта, ежегодный рост собственных налоговых и неналоговых доходовых поступлений во многом именно их заслуга. За многолетнюю плодотворную работу Теймураз Тускаев вручил благодарственные письма главы республики. 11 финансистам своих коллег также поздравил министр финансов республики Касболат Бутаев.